По меньшей мере 33 человека погибли и более 40 получили ранения при столкновении двух автобусов на Синайском полуострове. Государственное агентство Египта со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщало, что среди пострадавших был гражданин России. Позже местная пресса опровергла это, упомянув о раненой украинке. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, их доставили в ближайшие больницы. Авария произошла в 50 километрах от популярного курорта Шарм-эль-Шейх. Оттуда в Каир и направлялся один из автобусов. Второй, по данным полиции, следовал из Дельты Нила в противоположном направлении. Подобные аварии на плохих и часто нерегулируемых дорогах Египта – не редкость. В прошлом месяце в ДТП с автобусом в Каире погибли 17 человек. В марте аналогичная авария на Синае унесла 24 жизни.